Добрый день, дорогие подписчики, с вами снова Граф. Вот, я хотел бы вам рассказать, как надо майнить на первоначальном, на обычном альфа клоне. Вот у нас EVE Online игрушка, давно забытая. Я докачался, можно считать, в топ Авентура, потому что вот как бы есть буровые фрегаты, вот качаешь, они что-то плюсы вообще никакие не добавляют толком. Вот. Первое дело, давайте в фит расскажу. Так, фит у нас. Фит. Фит у нас, получается, майнер второй. Он копает 173 кубика за 60 секунд. Вот. Дальность 12. Потом мининг лазер апгрейд, он увеличит добычу. Его один можно поставить. Там, где он там влияет на объем добычи. 9%. Вот. Майнинг лазер апгрейд 2. Майнинг 2, две штуки. Потом у нас сурвер сканер, можно Т2 поставить, Т2 подороже, я не стал покупать. Адаптивку щит желательно, чтобы вас меньше пробивали. Капа будет стабильна, так что если раз использовали сканер, все, она стабильно становится. Вот. И расширение щита, чтобы увеличить прочность щита своего. Прочность щита в 5 хитов в секунду восстанавливает, то есть у нас пассивка. Если двигаться, то у нас бот вообще в 0.5 не пробьет. Вот я сейчас 0.5 копаю. И да, конечно, самое главное, и два дрона для защиты. Обязательно два дрона для защиты. Вот. У этого фрегатика большой плюс. У него идет 5000 вместимости для отсека руды, то что он копает. Вот самое главное. Он основном для копания. Ладненько, давайте покажу вам. Так, вот мы. Такой вот он, красавчик. Так, взлетаем. Взлетаем с ангара, выйти из ангара. Вот, выходим из ангарчика. Вот он, вот я улетаю. Вот из такого вот большого. Большой станции. Вот такой махенький кораблик. Что делаем? Правой кнопкой на космосе. Правая кнопка в космосе. Вот тут. Кто-то с этими летает. Правая кнопка в космосе. Пояс астероидов. Выбираем пояс астероидов. Вот здесь, кстати, очень много поясов астероида. И как бы вот на любой летим. Включаю в ноль. Варп-двигатель. Включаем адаптивку, чтобы сразу уже стала работать. Вот она, оп, заработала прям щит такой. Получается, у нас характеристики увеличились. Прочность щита 25%, 40%, 55%, 63%. Мы находимся на колдарской территории. Колдарской территории здесь бьют кинетиком и термом. На основном кинетиком. Так. Делаем сканер. Сканер у нас 10-20 не добивает. Вот был бы Т2, проблем бы не было. Он на 24 километра вроде бьет. Сейчас посмотрим точно. Я уже не помню. Так, варианты. Т2 проверяем. Т2 работает на 22,5 километра. Ну, чуть больше. На 2,5 километра больше. Я вот эти бы точно все. Ладно, выбираем. Выбираем. Нам нужен... Я здесь этот копаю. Пирекс. Пирекс. Тут есть три вида пирекса. Как любой руды, есть три вида. Есть пирекс обычный, солид пирекс. Солид пирекс. Он побольше ресурсов дает. Видите, вот солид пирекс. Вот обычный пирекс. Сейчас я их выделю. Пирекс, солид пирекс и вискс. Ну, вискс вот поближе к нему подлетим. Давайте показать подробно пирекс там. Оп-оп. Первый добывающий обычный пирекс 351 единицы, 25 улитая михалон или какой-то миксалон, правильно, ноксиум. Вот, тритариум. Тритариум в основном самый-самый такой распространенный. Его больше всего находится в этом, в Элспаре. Вот, в Элспаре. Вот, Азол Велспар. То есть Денс Велспар. Здесь больше всего его.
Вот, смотрите, видите, 457. Копается он быстро, много. Вот. Пирекс, вот он, пирекс. Солид. Солид, видите, побольше. Солид, солид, как-то неправильно. Так, и вот сейчас вам покажу вискас. Вискас. Ваша кошка купила бы вискас. Вот видите, больше. Поэтому его выгодно копать. Он на данный момент у нас сейчас дороже. Так, давайте сканер. Просканируем. Вот у нас сканируется. Очень удобно. Открываем. Мы видим, сколько где чего его. Так, нам вот, чтобы полный трюм закопать, ладно, лучше сюда лететь. Вот сейчас к нему и подлетим. 14, 12. Так, запускаем дронов, если вообще в ФК хотите. Тут чем плохо, Непись, как бы, она вам цель сбивает. То есть, если вы с ракетами, лучше, конечно, ракеты, которые бьют по автоматам. Так, нажимаем Ctrl Space, чтобы остановиться. Либо вот так на минус нажимаем, остановить корабль. Выбираем цель. Я обычно зажимаю Ctrl, нажимаю на оверюшке. Или здесь прям, оп, Ctrl нажал. И это надо обновлять, конечно, километры, и все это не увеличится. Это надо просканивать еще раз. Оп. Просканировали, смотрите. Ну, вот на 5 километрах у нас вот это. На 5 и на 6 вот это. Давайте с 2 и будем копать. F1, а на этот F2. Вот. Пошло копание. Давайте я вас вкратце, вот такой вот у нас кораблик. Наполняется у нас трюм. Трюм наполняется вот сюда вот. Ну, вот когда наполнится. Можно сюда перекинуть, но 50, сами понимаете, это вообще ни о чем. Это гемор. Проще просто накопать, отвезти, привезти и дальше копать. Прибыль примерно здесь где-то около 800 тысяч за полностью нагруженный. Это у нас получается объем добычи. Давайте калькулятор откроем. Я вам сейчас посчитаю, за какое время мы это добываем. Объем добычи 172 за тик. 170. Давайте 172 плюс второй луч 172 и плюс еще один. 345 добывается единиц. Вот видите, 345, я даже не ошибся. 345 единиц добывается. 345. Так. Умножаем на 10, получается 3450. Это 10 минут. Давайте поделить на 5000. Ну, так, точнее, 5000 поделим на 345. Тут не высчитано. Какая-то высчитана. 345 поделить. А, ну, короче, ладно. 345. 45 умножить на сколько там, ну, на 15 давайте умножим. Ну вот 15 минут, 14 с половиной минуты будет у меня полный трюм. За 4,5 минуты зарабатывается примерно 800 тысяч. Умножаем на 4, это час. Вы зарабатываете 3 200 000. Это за час. Майнинг почти что на альфа-тесте. Альфа. Вот, видите, альфа-тест. Я копаю, как бы, ничего не делаю, вот, зарабатываю. Чтобы заработать плекс, который сейчас, на данный момент, когда я начинал играть, он стоил там в районе 200 миллионов. 200-300 миллионов. Сейчас, чтобы его купить, он стоит 1 066 000 000. Ну, за час вы делаете 3 миллиона, грубо говоря, да? За час. 3 миллиона за час. Умножайте на 100. Пожалуйста. 300 миллионов, это 100 часов. Вот, 300 миллионов, 100 часов. 300 часов, это примерно у вас 320 умножить на 3 равно 320.
330 нужно. Давайте 350, да, умножим на 3. Равно. Ну вот плекс, пожалуйста, 350 часов. 350 часов делим на 24. 14,5 дней. Полмесяца копать. Не вылазя из игры. Если со сном, там месяц копать. Хотите на плекс заработать. Ну, это да. Это вы как бы заработали. Потом вы купили альфа. А, то есть омега. И прокачали, конечно, буровик. Да, вот эти буровики гораздо получше, поприятнее. Так, тяжелый Т2. Вот обычный буровик. Советую, если будете покупать подписку, все такое, вот покупайте ретривер. Их камикадзе почти не трогают, мало кто трогает. Они по защите довольно хороши, у них 5 дронов, вообще за глаза хватит, 0.5 вообще просто отбиваться на ура. Трюм у них полностью прокачанные, вроде как 30 тысяч, или 27, не помню, около 30 тысяч. Да, 30, у Макинавы 35 тысяч. В районе 30 тысяч где-то. От 27 до 30 тысяч где-то. Вот. Ну, чтобы его вкачать, времени надо. Это требование. 13 дней вкачать. Вот. Ну, копает, конечно, он хорошо. У него каждый луч, вот это все выходит примерно. Ну, за тик где-то миллионов. Миллион сколько там? Миллион в 10 будет где-то за тик копать. Тик — это 20 минут. Просто каждые 20 минут идет обновление счета. Считайте, 20 минут примерно миллионов. Да, миллионов 10 где-то за 20 минут примерно. 8, ну ладно, 8 миллионов за 20 минут. То есть вы за час делаете 24 миллиона. 24 миллиона за час. За 10 часов вы делаете 240 миллионов. За 30 часов вы делаете 720 миллионов. За 30, за 40, ну, плюс 240, 960. Ну, в течение там 10 дней можно заработать также себе на плекс. Это если он будет просто копать. Копать, копать, летать, копать. Ну, с учетом это я высчитывал то, что с отлетом. Вот, если орку еще использовать, это второй аккаунт. Конечно, копку в два раза быстрее будет, но это, не забывайте, орка тоже хорошо. Но если у вас три аккаунта, да, это будет прибыли. Допустим, две лопаты и одна орка. Три лопаты и одна орка, и это еще больше прибыли. Вот, ну, большой минус, ну, как бы... Если одна лопата и орка, вы будете в два раза быстрее копать, ну, в два раза больше прибыли. В два раза больше прибыли, значит, вам надо будет два аккаунта оплачивать, если не хотите за свои деньги, за реальные платить. Реальные деньги стоит плекс купить 1200 рублей почему-то, в районе 1200, ну, 1100, там, до 1200. Ну, я вот не понимаю смысл. А если продлить подписку на 30 дней, то есть то же самое плекс. Плекс можно за иски, конечно, продать. Ну, за игровые деньги. Ну, там получить вот этот миллиард 60 миллионов. Либо его активируют, допустим, себе продление. Но продление стоит 530 рублей. В два раза дешевле, представляете? Есть смысл покупать? Нет смысла, не понимаю вот в этом. Так. Что у нас тут? А, ну вот, все копаем. Можете перемотать. Overview по-своему настраивайте. Вот это overview. Здесь я дроны использую, мне очень удобно. У меня монитор 24 дюйма. У меня вообще все хорошо, шикарно видно. Так, ну, полтрюма мы накопали. А, давайте про навыки сейчас расскажу. Навыки качать. Так, во-первых, где они тут? Давайте сначала фрегат. Фрегат можно в единичку качать нормально. Во-первых, надо будет добычу качать. Добычу вкачать, чтобы ты майнер вторые использовать. Кстати, для
это глубокой бурилки, которые на баржах стоят, чтобы лучше зарабатывать. Надо в 5 вкачать, а в 5 вкачать это еще, даже не знаю, сколько тут дней. Еще там дней 10, наверное. То есть не 30, вы будете баржу тут качать. Так, первое, что нужно. Да, самое первое, когда вы начинаете играть, если вы хотите майнером стать, качайте, допустим, корабли, качайте буровой фрегат. Все, вы вкачали буровой фрегат, в это время прокачалось, там один, до одной единички, там, в течение, там, 10 минут вроде. Вот. Следующее, что вам качать? Вам качать надо дроны. Дроны надо в 2 качать, как минимум, чтобы вы могли использовать 2 дрона. Каждый дрон выпускается. 5 дронов вкачали, 5 дронов можете выпускать. Но у корабля есть определенные с запуском. Вот она. Пропускная способность канала телеуправления. Каждый дрон, вот этот маленький, это легкий дрон, Т2 и Т1, как бы лайтовый. Он использует 5 пропускных. Что-то здесь не пишется, не написано. Наверное, не написано. А, вот. Требует пропускная способность 5. На Вентуре, баржа вот эта вот, у нее пропускная способность 10. 10 вместимость. И дрон этот 5 занимает вместимость. То есть два дрона помещается. Это 10 получается, и два дрона запускаете. Вот. Это дополнительные ДПС у вас. ДПС вот 16,8. То есть этого хватает здесь за глаза. Так, что у нас дальше? Дроны в 2 вкачали. Начинайте качать добычу руды. Добыча руды в 4 качать. Как в 4 вкачали. Это вы и так можете использовать. И вот эту адаптивку вроде вы тоже можете также использовать. Да, адаптивку вы тоже можете также использовать. Так, начнем. И потом надо будет как вот это вкачали майнер в 4. Там они вроде четверка требуют. Да, четверка. В 4 вкачали, вы поставили их. Надо будет это добыча руды в 3 вкачали. Так, это уже будет вкачано. Улучшение борового оборудования до 4 качать. Можно, конечно, до 1 качать. Это вот в 3 вкачали. И улучшение борового оборудования надо будет купить, вроде его нету базы. Покупать и вкачивать это, конечно, можно как это в 3 вкачать, сразу же докачать, чтобы поставить хотя бы 1. Будете еще больше добывать, приятнее будет. Вот. Ну, вроде как я вам все рассказал. Сейчас мы уже докопаем. Вот смотрите, какая вселенная. Солнышко светит. Конечно, тут лучи. Это у меня на максимальных настройках. Сейчас я вам покажу. Дисплей графика. Вот, все на высоких. Качество текстуры. Вот здесь, причем среднюю, высокую сделаем. Покрыть. Вот. Такие лучи. Ладненько, давайте сейчас докопаю, я паузу сниму. Так, ну вот, почти что мы докопали. Осталось там чуть-чуть. Не, ну космос, конечно, красивая вещь. Все это чудесно. Астероиды. Скопление астероидов. Вот этот Велспар обычно такие большие. Не он, Велспар. Дэнс Велспар. Вот он. 94 тысячи здесь, в этом камне. То, что большая глыба, это не значит, что там очень много ресурсов. Там может быть вообще не быть почти что ресурсов. Ладненько, вот мы докопали. Все. Ну, вот 790 тысяч. Примерно на рынке. Так, забираем дронов обратно. На борт корабля вернуть. Так, погрузить в отсек для дронов. Оп, все, погрузились. И полетели на станцию. Так, на станцию я обычно вот так вот летаю. Можете здесь прям выиграть. У него свой вертолет. Войти в док, да? На него так войду. Включаю варп-двигатель. Так, летим. Уходит варп. Смотрите, оп-оп. Разгоняется, все, полетели. Красиво все. Все шикарно. Мне тоже очень нравится.
подлетаем к планете и большой станции. Так, докаемся. Запрашиваю разрешение на вход в док. Давай. Прям раздражает, когда долго думает. Разрешение. Получается. Разрешение получено. Ура! Так, все. Погрузились. И смотрим. Вот он, отсек. 790, да? Вот вискос, который я привез. Пиликс вискос. Так, продать. За 700 тысяч вот я могу продать их здесь прямо сейчас. Если выставить цену, то там подороже, конечно. Вот, это типа немедленно. Может, в течение дня и выставляешь сумму, какую хочешь. 700 тысяч, пожалуйста. Так что вот так вот зарабатывать на альфе. На альфа-клоне. Ну, довольно неприбыльно. Проще, конечно, в боевые на миссии уходить, это там поприбыльнее будет и поинтереснее. Так что так вот копать, тупо сидеть в нас уковыряться, мне это неинтересно. Ладненько, всем спасибо. С вами был Граф. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем продолжать записывать. Еще что-нибудь придумаем.